В Магасе состоялась двухсторонняя встреча главы Республики Ингушетии Инузбека Евкурова с руководителем Федерального агентства по делам национальностей России Игорем Бариновым. В ходе беседы обсуждалась тема межнациональных отношений в Республике и на Северном Кавказе в целом и проведение совместных мероприятий. Инузбек Евкуров сообщил, что региональным министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации регулярно проводятся мероприятия в области укрепления межнациональных отношений. В свою очередь Игорь Баринов отметил, что социалистические исследования показывают, с точки зрения межнациональных отношений, ситуация на Кавказе стабильная. В завершении встречи глава региона поблагодарил руководителя ведомства за предоставление ингушской молодежи возможности прохождения стажировки на базе Федерального агентства по делам национальностей в Москве. Интеграция в рамках межнациональных отношений, более глубокая интеграция, в том числе и если у нас экономические там другие протокольные соглашения есть, то по крайней мере вот межнациональные отношения, их, конечно, надо так поднять на должный уровень. Поэтому здесь работа, связанная с интеграцией межнациональных отношений с Северной Осетией, Чеченской Республикой, Дагестаном, то есть Северокавказским регионом, со Ставропольским краем. Мы большую работу в этом направлении проводим, и такая хорошая динамика взаимодействия между Миннацем, Ингушетией, Миннацем, Северной Осетией. То есть там хорошая динамика, позитивная. Поэтому, конечно, ее надо нарастить. И было бы неплохо с вашим участием, с участием ФАДом, такое хорошее мероприятие, окружное на базе Ингушетии, провести. И там выработать определенное соглашение между Министерством по делам национальности и субъектов. Это первое. Ну и второе, хочу сказать вам огромное спасибо. Специалисты приехали с ФАДом, побывали на стажировке, накопили такой хороший багаж, довольны, рады. Поэтому я думаю, что вот это доброе взаимодействие, оно будет дальше продолжаться. С точки зрения межнациональных отношений, все-таки ситуация на Кавказе стабильная. И даже те события, которые пытаются перевести в какую-то межнациональную плоскость, они там нет ничего межнационального, там нет недоверия к представителям других национальностей. И, конечно же, очень важно эту тенденцию закреплять в региональных программах, закреплять в теми мероприятиями, которые мы будем совместно проводить. И я думаю, что на самом деле надо сейчас определиться с датой, с форматом того форума, который мы договаривались провести в Ингушетии. Хотел бы еще обсудить подготовку уже ставшему таким своеобразной визитной карточкой вообще Северокавказского федерального округа молодежного лагеря «Машук». С прошлого года он стал нашим мероприятием. Он перешел из Министерства тогда образования еще в Федеральное агентство по делам национальностей. И в прошлом году, мне кажется, он прошел очень хорошо. Лагерь посетил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И были на выходе очень хорошие проекты, в том числе, которые представляла Республика Ингушетия. Первое место заняли. С этим я вас поздравлял и поздравляю еще раз. И я думаю, что надо очень внимательно поработать с ребятами, которые туда поедут, вновь отобрать те лучшие проекты, которые было бы не стыдно представить на лагере, на площадках Машука. И я уверен, что от этого будет только польза и республике, и федеральному округу в целом.